Правоохранители задержали сотрудника полиции, охраны и его сообщников, которые наладили деятельность борделя. Организатором интим-бизнеса была 30-летняя одесситка. Ее сожитель, действующий работник полиции, охраны и младший брат, который из ведомства уволился, охраняли проституток во время общения с клиентами. Еще одна 30-летняя женщина была администратором и оператором. Свой бизнес они наладили в начале 2020 года. Во время обысков правоохранители изъяли черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, а также наличные. Сейчас трое подозреваемых задержаны.